Книга – дар бесценный. Совсем недавно обновились фонды 33 библиотек Туапсинского района. На эти цели из краевого и местного бюджетов было направлено около 1 000 000 рублей. О книжном пополнении Новомихайловской центральной библиотеки наш следующий материал. Наводнение прошлых лет работники этой библиотеки не забудут никогда. Как и другим пострадавшим, им оно принесло немало бед и потерь. После разлива реки Нечепсуха были дважды уничтожены все книги, а их сотрудники собирали десятилетиями. И то, что новые закупленные, и то, что были эксклюзивные книги, и в единственном экземпляре. Поэтому большую помощь нам оказывала наша администрация, жители Новомихайловска. Присылали книги даже жители Москвы. В этом году администрация выделила 200 тысяч рублей на обновление книжных фондов Новомихайловской центральной и детской библиотек, а также библиотеки Ольгинского сельского поселения. У нас есть еще, помимо кубанских баек, которые из нового поступления книги, имеются в фонде «Кубанская свадьба» и книга «Кубанские обряды», тоже Петра Ткаченко. Совсем недавно в центральную библиотеку было закуплено более 200 новых книг за счет средств бюджета поселения и краевой программы «Культура Кубани». Мы ориентируемся на периодическую литературу, мы прослеживаем всех лауреатов литературных премий, выписываем журналы, читаем вместе, книжные полки, все это мы отслеживаем себе, заметки переписываем и со списками уже ездим. Ну и читатели, у нас есть такая тетрадь отказов, то, что мы не можем выполнить какие-то пожелания читателей, мы записываем себе как заметочку, а потом забираем с собой и ищем. То есть стараемся скрупулезно выискивать новинки каких-то известных, что-то оригинальное, чтобы не было, чтобы фонд не был однобоким. Сегодня на полках центральной библиотеки почти 8 тысяч книг. Это произведения русских и зарубежных авторов, справочники, словари. А теперь еще больше различных томов кубанской библиотеки, православных энциклопедий, книг современных авторов. В этом году еще ожидаются новые поступления. А ведь это только на радость сотрудникам библиотеки и ее читателям. Наталья Садовская, Дмитрий Гришин, телеканал «Орленок ТВ».